Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. И сегодня мы рассмотрим один из моих текстов, правда он входит уже в восьмую октограмму, я пишу его заранее и буду писать еще, наверное, много лет. Это словарь ортодоксологии. А вы уже ознакомились отчасти с моим учением по видео и статьи «Ортодоксология», «Пропедевтика ортодоксологии» называется. Скорее всего, вы ознакомились с другими видео, связанными с данной тематикой. А теперь, ну, наверное, даже с небольшим опозданием, мы будем разбирать словарь ортодоксологии. Ну, то есть, ортодоксология — это философское учение, которое занимается разработкой проблем понимания на базе абсолютного скептицизма. А явление в истории философии уникальное, ну, поскольку мнение, в принципе, как предмет философского изыскания, ну, никто не исследовал. Просто всех интересовала истина. Так или иначе, истина, способы ее достижения, логика, язык, а мнения как бы оставались всегда в стороне, даже воображение. В итоге стало одной из важнейших тем философского дискурса, но при этом... Одна из самых главных, на мой взгляд, тем, то есть мнения, они не стали вот этой вот главной частью. И ортодоксология восполняет этот недостаток. У нее, соответственно, есть свой словарь. Ну, потому что просто уже существующих слов недостаточно для описания тех вопросов и тех тем, которые она затрагивает. Да, давайте попробуем быстренько пробежаться по словарю, не будем особо задерживаться. Так, что у нас тут есть? Давайте будем разбирать те термины, которые наиболее интересны и наиболее соответствуют учению. Не будем разбирать различные тонкости, которые, в принципе, нужны. Конечно, нужны, но в данный момент можно без них обойтись. Например, одно из первых слов, самых важных, это «анима». Ну, по сути, да, у Юнга там тоже есть анима. Но в ортодоксологии анима — это термин, который обозначает сумму всех теорий души, сумму всех теорий психики, сумму всех теорий внутреннего мира. А зачем это нужно? Чтобы у нас было слово, которое может поместить в себя все вот эти вот теории внутреннего мира, души и психики, и неважно, всего-всего-всего вот это вот многообразие различных взглядов на внутренний мир, в общем. Это и есть анима, если кратко говорить в рамках ортодоксологии. Анима в ортодоксологии используется как плюралистическое понятие, которое включает в себя все возможные и существующие теории о внутреннем мире. Возможные, с одной стороны, и существующие. То есть, возможно, это те, которые могут появиться. А существующие — это которые уже были. И вот она включает все вот это вот одновременно. Например, анима — это и душа в христианском понимании, и атман, и я, и бессознательное в том числе, и много чего еще. Список не ограничен, бесконечен — это бесконечное ортодоксологическое понятие, включающее в себя неограниченное число явлений. Продолжаем. Апатичность, апофатическое воображение, не очень важно в данном случае, арха — это классическое определение, бездна кристальных сомнений, теоретическое образование и даже в некотором роде мистическое описание того, что является человеку в состоянии чистого скептицизма, где нет его собственного «я». Это некое ничто или хаос, который порождает бесчисленное множество мнений, является ли их комбинаторной основой, но при этом в самом себе является чистейшим сомнением. Бездна кристальных сомнений содержит в себе все возможные догмы, которые только мог бы создать человек. Получается, что бездна кристальных сомнений это некий скептический, то есть нулевой аспект, так и вне догматический. То есть каждый человек, по сути, существо догматическое. Ну, ортодоксология, по крайней мере, так говорит. Базис человеческий все-таки должен быть не догматическим, и он, в принципе, может быть достигнут с помощью абсолютного скептицизма, достижения состояния абсолютного скептицизма, и в нем можно наблюдать, так скажем, вот эту вот образную, такую метафорическую бездну кристальных сомнений. Бесконечность бесконечностей. Нередко в ортодоксологии упоминается бесконечность бесконечности. Это понятие, которое раскрывает удивительное свойство бесконечности, включает в себя еще по несколько бесконечностей. И в вопросах разбора мнений это всегда очень важно. Ну, например, у нас есть позиции по вопросу, ну, мой любимый пример, связанный с магистерской архе. Архе и сил, допустим. То есть у нас есть две бесконечности. Из этих двух бесконечностей получается одна бесконечность, которая составляет из себя натурфилософские теории. Натурфилософские теории — бесконечное количество. Но мы можем разделить ее на бесконечное количество теорий о первоначалах архе, то есть из чего состоит мир. И можем разделить их на бесконечное число теорий, которые повествуют о силах, управляющих этими архе. То есть, ну,
о динамических силах, о каких-нибудь, не знаю, внетелесных, внематериальных сущностях и так далее, так далее, так далее. У нас уже две бесконечности, то есть в одной есть. И таким образом мы можем насчитать бесконечное количество бесконечностей, когда разбираем мнение. И это просто очень важно понимать для разбора различных позиций, особенно когда речь касается идет о возможностях, о возможном. Так, все это пока мимо. Это хорошие термины, но мы не будем их трогать. Ну, внутренний мир, это то, чтобы люди все-таки понимали, что это такое. В данном случае это не какое-то ванильное понятие, не какое-то ванильное понятие из поэзии. Это противоположность внешнему миру, то есть тот мир, который находится внутри человека, включая все его способности, мысли, переживания, идеи. У некоторых просто это вызывает трудности. Так, продолжаем. Герменевтика — это философская область, исследующая проблемы понимания. В истории философии преимущественно понимается как наука трактовки текстов. В ортодоксологии речь идет о понимании живых существ, ну или мнений, которые, в общем-то, управляют этими живыми существами. Герменевтика — один из 8 столпов ортодоксологии, притом один из 2 важнейших наряду с абсолютным скептицизмом. Значение герменевтики крайне велико в ортодоксологии. Тут же дается понятие герметического круга, которое я критикую, ну, неважно. Так, действительность, деструктивное воображение. Диалектика граней. Это разновидность ортодоксологической логики, которая подразумевает использование определенного количества граней и ступеней в разборе любого явления. Например, чтобы ортодоксологически, то есть плюралистически в данном контексте разобрать любое явление, нужно использовать диалектику граней, которая содержит в себе 6 граней, не 8, 6. Это ранняя концепция, поэтому там еще восьмерок было мало. Так вот, первая грань — это деструкция понятия, вторая грань — рассмотрение крайности, третья грань — это различные типы синтеза этих крайностей, четвертая грань — трансформация понятия, пятая часть — словесный анализ, шестая грань — отношения различных сообществ и философских направлений. Дальше, кстати, будет еще другой, в общем-то, подход, другая логика. Логика, конечно, условно здесь подразумевается, в том же смысле, как и диалектическая логика Гегеля. Она не имеет отношения к логическим операциям формальной логики. Это немножко другая логика, это форма рассмотрения. Причем плюралистическая. Да. Продолжаем. Слово «догма», кстати, очень важно. Догма, поскольку, в общем-то, в нашей традиции обычно воспринимается как нечто религиозное, на самом деле нет. Догма — это любое мнение или любое убеждение. Наличие любого мнения или убеждения делает человека догматиком. То есть догма — это как раз греческого в переводе означает «мнение». Любое мнение или убеждение является догмой. Этимологически это все верно. Ортодоксология не признает, что догма — это слово «религиозное», или, если говорить точнее, чисто христианское. То есть нет. Это говорить мы просто, в принципе, не праве. Догматизм — это все учения без исключения, кроме скептицизма. Это такое различение. Скептицизм и догматизм. У нас просто две грани. И быть при этом догматиком, ни в коем случае неплохо. И не нужно, конечно же, стремиться просто так догматически к скептицизму, потому что вы станете автоматически догматиком еще более сильным, чем были, это не важно. Догматизм повсеместен. Люди — существа догматические, это, в принципе, нормально, и нормально, что все учения, кроме абсолютного скептицизма, являются догматическими. Это просто такое точное деление, которое позволяет нам определить, если в том учении хотя бы толика догмы, то есть толика каких-нибудь аксиоматических предположений, которые лежат в базисе всех выводов. Если да, догматическое, ничего, в принципе, никаких положительных выводов без догматизма сделать нельзя. И поэтому это просто нормально. Это нормально для науки, это нормально для любой религии, это нормально для любой философской школы. И поэтому, вопросов здесь никаких возникать не должно. Деление чисто существующее внутри абсолютного скептицизма, конечно же. Имеющее смысл, наверное, только преимущественно для него, потому что в постхристианскую эру, как-то принято ассоциировать догматизм и догмы с христианством, и уже через их отрицание отрицать свой догматизм и свои догмы. Говорить, что нет, это не догмы, нет, все, мы все проверяем, мы все это точно знаем. Или что-нибудь в таком духе, просто отрицать свой догматизм, несмотря на то, что он очевиден, это очень часто встречается в современном обществе. Так, докса, тоже что догмы и мнения, убеждения, это все просто. Доксология, один из важных терминов, это ортодоксологическая дисциплина, занимающаяся исключительно изучением мнений.
В рамках доксологии мнение является единственным объектом исследования, в то время как в ортодоксологии мнения изучаются более комплексно, с учетом сомнения, герменевтики и прочих каких-то элементов. Доксология пытается устанавливать законы существования и функционирования мнений. Ну, то есть доксология, с одной стороны, это онтология мнений, они существуют, они как-то существуют, как-то проникают в людей, как-то распространяются между людьми. А в каком-то виде, да, это дисциплина даже образная, там один из методов исследования как раз он пытается изобразить доксу, то есть мнение в виде некого живого существа, которое, в принципе, нуждается в питании, развитии, распространении, размножении и так далее, и так далее, и так далее. Это один из взглядов на догму и на доксологию. И таких подходов у меня, на самом деле, несколько. И их можно разработать тоже большое количество. Исследование мнений, на мой взгляд, в рамках доксологии, а не доксографии. Доксография, когда просто записывается мнение, оно крайне важно. Нужно осознать сущность мнений, зачем они существуют, как они существуют, вообще какой базис их существования. И почему вообще человек, то, что называется человеческим, все, что есть человек, все, что связано с антропологией, но почему это все построено именно на мнениях? Очевидно, что философская антропология, она не изучает человека как тело, как это делает биология обычно. То есть она не изучает физические аспекты бытия человека. Наоборот, она изучает, так скажем, духовные. А духовные — это все доксы, мнения. И вот тут получается множество интересных параллелей, с которыми я тоже работаю. Да, естественная установка очень важна, кстати. Люди многие не знают, почему я употребляю это слово и что оно в принципе значит. Естественная установка, конечно, относится к науке. В науке есть естественная установка. Естественная установка – это вера в то, что мир имеет лишь естественные начала, а также его становление имеет только причинно-следственные естественные объяснения. Если мы допустим хоть одну сверхъестественную сущность, хоть одну неестественную, ненаблюдаемую, неописуемую субстанцию, то домик фактов естественной установки, в принципе, распадется. Дело в том, что, да, это просто такая установка, она была просто изначально внутри науки. Плюс ко всему, естественная установка, конечно, включает в себя больше различных аспектов. Здесь дано краткое определение. Например, есть аспект, который ввел Галилей в естественную установку. Согласно этому аспекту, весь мир, вся вселенная во всех местах, где только можете себе представить, во всех вот этих местах, в любое время действуют одни и те же законы. То есть то, что мы изучаем сейчас, действовало раньше и будет действовать когда-нибудь в далеком будущем. Мы, конечно, этого проверить не можем, мы, конечно, этого не знаем, но ученые в это верят, потому что если они не будут в это верить, то не будет работать теория эволюции вселенной, теория эволюции звезд, вообще почти все научные теории не будут работать, если они просто не будут верить в вот этот постулат. Конечно, имеется ряд подтверждений, но на самом деле... На самом деле нет. Эти подтверждения, такая своеобразная условность. Многие методы строятся на вере в естественную установку, и вот в эту вот последнюю галилеевскую тоже вот добавку к ней, что все законы в любое время, они существовали и будут существовать. Вещества, например, распад каких-нибудь веществ происходил раньше абсолютно так же, как и сейчас, хотя мы не можем переместиться на миллион или миллиард, или несколько миллиардов лет назад, чтобы это проверить. Ну нафиг надо, мы же эмпирики. Чего ж нам? Будем утверждать на миллиарды лет, но не будем проверять. Никто все равно не опровергнет то, что мы так думаем. Сказали, чё уж. Естественная установка — это такая интересная вещь, с помощью которой можно реально очень легко критиковать науку. Потому что ученые не могут эмпирически подтвердить естественную установку. Это просто базис научный. Он просто сразу бам, в науку был, в общем-то, подставлен. Продолжаем. Идеальные системы, кстати, относительно идеальных систем. Я называю идеальными системами те системы идеи, внутри которой невозможно найти никаких подвохов, если рассматривать ее внутри данной системы. Примеры таких систем — это языки, логика, математика. Почему идеальные? Потому что идеалистические даже преимущественно. То есть они все создавались так, может, кроме языка. Логика и математика создавались преимущественно философами-идеалистами.
которые верили в различные идеалистические сущности, которые, в принципе, даже были склонны к вере в универсалии и так далее, так далее, так далее. В существование чисел самих по себе, веру в то, что числа как-то сообразуют Вселенную. Ну, то есть, это люди, которые верили в какие-то духовные, воображаемые такие сущности, которые связаны с логическими операциями, которые связаны с, в общем-то, со словами универсальными, общими, и с цифрами, с числами. Ну, интересно, да? Это чисто идеальные системы, которые строятся именно на внутренней своей логике, непротиворечивой, абсолютно идеальной. Из-за того, что она идеальная, например, математика тоже идеальная система, в ней возможны очень строгие доказательства, которым практически, ну, невозможно противоречить. Потому что мы должны противоречить этим доказательствам внутри данной системы уже. А внутри данной системы, если мы ее хорошо знаем, если ей владеем, мы не можем ей противоречить в данном случае. Потому что все, ну, хорошо там сложено. Все отлично, все соотносится, и все так прекрасно. Только проблема начинается с того, что чисел в мире не существует, как бы. Мы их не наблюдаем, мы не можем их потрогать, эмпирически их тоже никак не обнаружить. Ну и поэтому вот как бы опять начинается много-много вопросов к идеальным системам. Но правда тоже обычно на это всем плевать. Инквизиция. Это карательные действия, направленные против инакомыслящих, могут носить как физический или репрессионный характер, так и воздействовать на жертву исключительно психологическими методами. Инквизиции бывают несколько типов. Физическое смертельное, физическое калечащее, физическое репрессивное, ну, то есть посадить кому-нибудь в тюрьму, например, прям, или жестко там его преследовать, уголовное, психологическое, финансовое, творческое, интеллектуальное, эмоциональное, этическое. Это я тоже разбираю в некоторых своих статьях, и вроде как видео тоже есть про инквизиции. Смотрите канал. Смотрим дальше, что у нас тут есть. Разные слова, комбинаторика. Здесь классический термин, конструирование индивидуальности, кстати. Один из важнейших герменевтических методов ортодоксологии, заключающийся в моделировании и создании полноценных индивидуальностей внутри одного сознания. Этот метод позволяет создавать внутри себя слепки личности, которые можно использовать в процессе понимания. Эти слепки будут, ну, вы как герменевт, имеете абсолютный контроль над этими слепками. То есть вы можете их понять на 100%, в отличие от человека, который стоит напротив вас. Если вы создадите слепок, очень похожий на данного человека, скорее всего, ну, вы приблизились к его пониманию максимально. Поскольку мы исходим из концепции понимания, ортодоксологии, понимание — это вживание. Конструирование индивидуальности — это высшая ступень вживания. Выше представить себе просто невозможно. Но при этом метод очень опасный, сложный, тяжелый, и не каждому, видимо, такой подойдет. Продолжаем. Что у нас здесь еще есть такое из основного? Очень много различных терминов, которые можно пока опустить и которые раскрываются в различных статьях. Многогранность. Способность понимать разные точки зрения, которые в обычном сознании противоречат друг другу и не могут быть восприняты. Одна из основных способностей ортодоксолога, которая обычно не свойственна ни ученым, ни другим философам. Дело в том, что даже люди, изучающие философию, изучают ее под определенным углом с определенным искажением. Тот, кто избавился от этого искажения, тот и многогранен. Но даже среди лучших мыслителей таковых очень мало, что и неудивительно, ведь для передового мыслителя важно создать новую систему искажения. Образ грани часто используется в творчестве, в моем, да, например, в серии книга «Грани бесконечности». Многомерность тоже, что и многогранность, тоже все понятно, продолжаем. Так. Наука ранней философской школы, использующая для познания философские методы эмпиризма и рационализма. Сейчас религия, видимо, да, здесь раскроется, ну, неважно. Это тоже интересно. Да, неогерменевтика, неоскептицизм, неософистика — это те эпитеты, которые, в принципе, можно использовать по отношению к ортодоксологии. И даже, наверное, не столько нео, это абсолютно, наверное, другая софистика, это другая герменевтика и даже в некотором роде другой скептицизм. Потому что от греческого скептицизма, как вы уже могли убедиться, ортодоксологически отличается. А номинализм тоже разъяснил то, что многие люди не понимают, что это такое. Октограмма. Символ ортодоксологии. Восьмиконечная звезда в круге. Также корпус философских текстов, включающий в себя 8 трактатов. Тоже, может, будете знать. Угу. Да, здесь уже такие...
Ортодоксология. Слово о правильном мнении. Философское учение, которое занимается проблемами изучения мнений, герменевтикой, скептицизмом и софистикой нового типа. Ортодоксология занимает главенствующее положение над шедевизмом и прочими ответвлениями ортотворчества. Например, поэзии и прозы моей. Ортодоксология – сложнейший и амбициознейший проект, который выбирает другой путь философского развития, невиданный ранее, но при этом опирается на все достижения актуальной и возможной философии. Ортодоксология не занимается поиском истины, не фокусирует большого внимания на ее сомнительности и даже не строит утопические политические проекты, которые якобы должны в итоге захватить мир. Ортодоксология занимается изучением мнений и разработкой методик для этого изучения. Притом, это крайне фундаментальная работа, наверное, ну, по крайней мере, на мой взгляд, поскольку даже, наверное, я этим и занимаюсь, это одно из самых главных течений, которое просто может предложить философия благодаря своей многогранности, благодаря тому, что в ней есть история философии, и эта история философии многогранная, и я вообще очень сильно удивлен, что такая дисциплина за всю историю философии ни разу не появилась. И я, в общем-то, очень-очень-очень рад, что мне удалось разработать такую большую интересную концепцию, такое интересное учение. Продолжаем. Плюрализм. Противоположность монизму. Такое умственное состояние, в котором человек готов принять в качестве заслуживающих внимания неограниченное количество учений. Плюрализм – неотъемлемая часть ортодоксологии, так как без него невозможно адекватно изучать мнение и стремиться к пониманию. Более того, сомнение без плюрализма также является неполным, так как без понимания других мнений сомнение только теряет. Относительно полиполитии, тут недавно про утопию было, ну вот полиполитии есть небольшой проект, но он не является утопическим, во-первых, он не ратует за полную перестройку общества, за перестройку экономики. Полиполитии – это политическая система, которая позволяет на базе обыкновенной государственности любого типа проводить политические эксперименты. Ну, например, дать возможность каким-нибудь прекрасным, замечательным анкапам в лесу их спонсировать немножко и посмотреть, могут ли они с небольшим спонсорством создать свою коммуну и вообще, в принципе, выжить там. Смогут? Молодцы! Замечательно, анкап, может быть, работает. А если он еще работает лучше, чем капитализм, может быть, следует... Ну, в смысле, чем наша современная государственная капиталистическая система, может быть, имеет смысл подумать о том, заменить ли нам капитализм анархокапитализмом или не стоит. Просто, соответственно, у большинства политических учений, теоретических, в принципе, нет базы для проверки. Например, анархокапиталисты, они не могут привести никаких аргументов в пользу своих выводов, доводов. Потому что не было прецедентов, когда анархокапиталисты приходили к власти. Ну, во-первых, потому что там в анархокапитализме нет власти, не должно быть в принципе власти, да? Как бы, ну, неважно. То есть не было такого, не было такого региона, такого мира, вот где был анархокапитализм. И это печально. Это печально, и дать шанс не только анархокапиталистам, может быть, даже коммунистам, каким-нибудь правильным, замечательным, классным коммунистам, попробовать создать свое небольшое общество, которое будет работать. Работать и работать эффективно. Если такая система экспериментов будет существовать на базе абсолютно любой государственности, по-моему, это потрясающе. Это никакая не утопия, на мой взгляд. Спонсировать не обязательно прямо, чтобы уж спонсировать коммунизм для завоевания всего мира, но частично спонсировать обязательно, и это будет хорошая помощь для того, чтобы не было конфликта, а была какая-то помощь. Так. Продолжаем. Сомнение здесь трактуется как единичный акт лишения мнений, то есть изъятие так мнений из головы, так скажем. Тот, кто проявляет настоящее сомнение, не обусловленное догмами, тот отказывается от всех мнений без исключения. У сомневающегося в итоге не остается убеждений. Такое состояние не держится долго, поэтому это единичный акт. Невозможно быть постоянно скептиком, это замечал еще Аристотель, и в принципе он был прав. И, в принципе, не зря ходят анекдоты о Пероне, который чуть со скалы не падал, его еле-еле ученики спасали. Ну, понятно, что Перон не был таким, да. Так, продолжаем. Что у нас еще есть?
Фрактал. Фрактал как описательная система для умножающихся мнений тоже входит в понятие в доксологию. Интересно. Философская комбинаторика. Учение о комбинаторной сущности мнений. Согласно комбинаторному методу, можно исследовать мнения, разделяя их на элементы. В свою же очередь, эти элементы можно соединять с другими элементами в свободном порядке, исследуя получившиеся позиции. Тоже довольно интересно. Уже есть несколько видео на канале, есть статьи. Приглашаю, читайте, пожалуйста, очень интересно. Хаос не такой уж частое. Шедовизм. Религия понимания основывается на ортодоксологии, но значительно проще ее, так как предназначается для обывателей. Единственная догма – стремление к пониманию. Есть тоже видео на этот счет, посмотрите обязательно, очень-очень интересно. Элемент мнения, то, что вот как раз относится к комбинаторике. Смотрим определение. Это часть мнения. Ну, просто. Мнения делятся на элементы и могут комбинироваться с друг другом. Все просто. Сейчас я, кажется, пропустил слово плюрализм. Очень быстро листал. Или нет. Монизм и... Да, монизм я пропустил. Вот, монизм очень важный термин. Монизм. Это такое учение, которое считается только с собой. Примеры монистических учений – это наука, христианство, марксизм, ислам и многие другие. Монистические системы зациклены на собственном методе и собственном подходе к познанию жизни. При этом они абсолютно не понимают другие направления. Да. И считают их бесспорно ложными, а свое учение либо истинным, либо приближающимся к истине в большей степени, чем все остальные учения. Последние относятся к науке. Адепты монизма зачастую ослеплены моделью действительности или жизни в рамках избранного ими учения, а потому они совершенно не осознают, что в других учениях тоже есть довольно качественные доказательства и довольно значимые мудрецы. А в крайних случаях монисты отрицают все учения, которые не похожи на то, что они исповедуют. Отличным примером могут послужить современные научные атеисты, именно отличным, то есть хорошим, которые по большей части состоят из наивнейших догматиков. Они отрицают все, и философию, и религии, и всякое другое мировоззрение, кроме научного. Иногда монисты описывают учение прошлого как нечто предшествующее, нечто прото. Например, ученые нередко говорят, что древняя философия – это прото-наука. Это следствие строгого монистического отношения к науке как таковой. Впрочем, речь здесь идет не только о науке. Практически всякое догматическое учение монистично. Противоположность монизма – плюрализм, то есть философия моя, в том числе философия, в том числе не только моя, но в том числе и моя. Философия ортодоксологии в том числе является плюралистической. То есть не акцентирующий внимание на всех вышеперечисленных аспектах. Так. Ну, вроде как все. Мы быстренько прошлись по основным терминам ортодоксологии, разобрали различные концепции, позиции, спектр, в общем-то, определений будет добавляться. Если вам непонятно какие-то слова, которые я произношу, обязательно обращайтесь ко мне, пишите, рассказывайте, что вам, в общем, не нравится, что лучше прояснить, что лучше дообосновать. И я обязательно включу те определения, которые людьми сложнее всего воспринимаются в моей речи, в данный текст. Текст еще готовится, он будет в 8-й октограмме, но пока вот то, что есть, я вам показал. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания.